Мы продолжаем следить за ходом реконструкции коллектора в 65-м комплексе. Напомню, 6 апреля из-за аварии на одном из его участков жители остались без горячего водоснабжения. Причиной аварии стала сплющенная труба. Сегодня ситуацию прокомментировал начальник управления городского хозяйства исполкома Рафаэль Киямов. Рассказал, что после замены изношенного трубопровода начинаются работы на других проблемных участках. Закупили трубы через республиканские аварийный фонд аварийного запаса, труба 600 миллиметров, более 100 метров и еще для гильзы труба. Второй участок, думаем, за месяц закончим. Где-то к 1 июля планируем все это запустить. Кроме того, Рафаэль Киямов объяснил, почему пришлось полностью перекрыть дорогу на улице Виктора Полякова. Дело в том, что трубопровод коллектора находится под уклоном на глубине 10 метров. Чтобы добраться до него, рабочим необходимо место для уширения стен траншеи. Что касается качества воды, на которое стали жаловаться местные жители, то это ухудшение не связано с ремонтом канализации, пояснил начальник управления.